Всем привет! Сегодня посмотрим видео на канале Bumble Basie Климат Контроль. Давайте посмотрим. Даже когда я видел новый смысл на других ладонях, понимал, моя природа для любви. Антоним все одно, но я всегда ищу пути. В обход и повторяю себе, только не уйди. В наркотик одинокий, когда засыпаю с ней. В кровати я не понял, кто нам засыпает снег. В объятия, но в очередном конце этот сосед. Так я верю, что я вижу, кто такой, что посмел отнять их. Извини, я был серьезен, даже поржать. Там, где мелко не вывозят, если боржа. Не, ну текст классный, песня классная, блин. Мне нифига не жаль, я видал шанс. Мое яма, снова двигаемся шаг в шаг. Всего-то хотел, чтобы меня видели. Чтобы в голове для меня кто-то выделил. Пару полок забить их своими книгами. Но не сорить в эфир, а старался лишь одарить ими. Да мне не найти грации в стазисе. И полет не найти, где все ползают. Мне лишь тыкают пальцами в базис. И ждут, что поэт так проникнется прозой. Где ты есть, кем не можно расслабиться. Будь уверенным, что все получится. Я избавлюсь от энного градусов. И мой климат-контроль снова включится. Я делаю шаг. Мне кажется, как будто кружка уже была треснутая. Ну-ка. Все получится. Я избавлюсь от энного градусов. И мой климат-контроль снова. Там какая-то трещина вроде есть. И мой климат-контроль. И мой климат-контроль снова включен. Да, да, там была трещина. Я делаю шаг. Но в танце с огнем я как во льдах, нам нечем дышать. Нам душно вдвоем, опять война. Знаю, пусть не шанс, мой климат-контроль вновь остудит нас. Знай, знай, что мне не жаль. Смотри, моя боль вновь отступит нас. Не уверен, что ты видела сценарий, но вся труппа будет на своих местах. Ты меня еще не видела с цветами. Да и я не прочь увидеть это сам. Кажется, мы не любители свиданий. Но ты не раздумывая, села на сапсан. Я только что купил. Блин, ну текст классный, как будто смотришь триллер к фильму какому-то, реально. Будто твоих любимых тернопальцами постукивая. Еду на вокзал еще 5 минут. Видишь, я бегу через Ивака. Боли знакомый платформ. Прям такая жизненная история. Я пытаюсь потеплеть, но так у панциря льда непонимание за годы накопит, оформит. Но я смотрю, как ты выходишь. Кто-то выкрутил контраст, и все люди испалились. Дали друг от друга, что угодно могли думать. Но сейчас мы тет-а-тет не отрицать, что мы спалились. Эй, в этой комнате так мало света. Еще меньше причин осветить это. Мы прижались друг к другу раздеты. Ощущаем себя восхитительно. Не уверены, что это правильно. Пара дней мы опять будем мучиться. Одна искра, и мы станем пламенем. И мой климат-контроль снова включится. Я делаю шаг в этом танце с огнем. Сгорев дотла, нам нечем дышать. Наш климат-контроль, там белый флаг. Забудь про потом, я жму на повтор. Я прошу ее остаться здесь с тобой даже вновь. Тепло, как весной. Я прошу ее, достанься мне. Забудь про потом, я жду на повтор. Я прошу ее, останься здесь с тобой даже вновь. Тепло, как весной. Я прошу ее, достанься мне. Блин, такой милый клип, вообще классно.
Мне кажется, может быть, было бы поинтереснее, если была бы какая-нибудь трагическая концовочка. Но, в принципе, хороший конец — это тоже классно, да? Принципе. А что думаете вы? Напишите ниже комментарий, поведите, что вы думаете, понравился вам клип или нет. Мне, в принципе, клип понравился, такой романтичный клип на 14 февраля, да, вообще классно. День всех влюбленных, да. В принципе, да. Ну ладно, спасибо за просмотр. Всем пока. А что думаете вы? Не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Скоро будет новое видео.